начинается. Галины! Будешь меня преследовать? Привет. Да, привет. Блять, кто-то идет, блять, я слышу, кто-то идет. Я вот помолчал пару минут и прислушался, кто-то ходит здесь. Всем доброго дня. Сегодня с вами, как всегда, Ловчуня и очередной инди-хоррор. На повестке дня у нас игрушка под названием The Final Take. Поиграем, посмотрим, оценим. Будет ли страшно, пока не знаю, не гарантирую, но все же советую остаться, посмотреть данный обзорчик. Возможно, будет и страшно. Как мы видим, игрушка у нас выполнена вот в таком стиле. Да, она очень громкая, я сам себя даже не слышу. Настроек здесь практически никаких нету, игрушка полностью на английском, русского языка здесь нету. Это печалька. Ну, это не мешает нам посмотреть, обозреть данную игрушку. Здесь ходит какая-то пьяная девушка, которая заблудилась, видимо, в тумане, в угаре, не знаю, что она там принимала, но с ней что-то не так. Ну, а мы с вами поиграем в эту игрушку, посмотрим, что нас будет ожидать. Игрушка, я вижу, не совсем новая. Я по привычке сам себя перекрикиваю, но потом уже звук я уже настрою. Тоже поиграем. Будем мы играть за девушку, кстати говоря, а это у нас очень редко случается. Поэтому сегодня у нас есть такая возможность, чего бы не воспользоваться ей. Так, ладно, нажмем Start Game. Нам особо английский никак не помешает испугаться. Потому что мы будем с вами пугаться, как бы. Да, вот такая у нас графон, как я вам говорил. Манекены, замечательно. Chapter 7. Один, наверное, вам какие-то пластыри или что это такое, непонятное. Курсор, наверное, не записывается, потому что это стандартный курсор от Windows. Ну, не страшно. Ну что ж, давайте посмотрим. Нам английский не мешает испугаться. Мы тут пришли пугаться, как бы. Так, chapter 1, интервью. Глава 1, интервью. Хорошо, давай. Play, chapter. I'm just your typical girl. I come from a small town. Hell, most people can't even find it on a map. No one ever planned to leave my town, but I wanted to be different. Я, конечно, ничего не понимаю, но... Я думаю, поймем потом. So I left. I try to make it. Ты закончила? Спасибо. Теперь я, потому что я уже чуть не уснул. Так, ладно, вот такой у нас, как мы видим, так сказать, не знаю, что это. Как это, паспорт? Короче, дело у нас тут написано какое-то имя Сара Эванс, 23 года, дата чего-то там. Локация неизвестна, скорее всего, статус тоже неизвестно. В общем, девушка что-то тут говорила о работе, что у нее нету работы, она живет в маленьком городке, а тут увидела объявление, что есть такая частная организация, на которой можно устроиться, типа там работать медсестрой можно, и она направилась как бы туда, в эту больницу, чтобы, так сказать, устроиться на эту работу. Но, скорее всего, она не устроится на эту работу. Она будет скорее убегать от этой работы. Потому что то, что ее ждет впереди, она пока сама не знает. Да и мы не знаем, что нас ждет. Ну, мы с вами сейчас посмотрим, как она будет устраиваться на работу. Так, загрузка. Fast forward. Надеюсь, звук есть, все записывается. Я игрушку не проверил перед записью, это очень плохо. Стоило проверить. Так. Ну, как я вам говорил, игра выполнена вот в таком стиле. Ну, как будто мы записываем видео из CarPlay какой-то. Object View, то локация Reception Desk Sing In. Понятно, надо Reception найти, я так понимаю, чтобы зарегистрироваться там. Ну, на работу прийти. Так, мы, скорее всего, как будто за репортера играем, но нет. Мы записываем видео, у нас идет таймер. This hospital is a lot bigger than I thought. I hope this is the right place. Cooler. Прикольно, кстати, игра. Hello? Is anyone here? I'm here for an interview for a nursing position. Типа она говорит, кто-то здесь есть. Maybe they're just short-staffed. Or maybe there's a note telling me where someone is. Я не буду переводить, ребят, потому что если бы тут хотя бы субтитры какие были, я бы больше понимал, что она говорит, потому что... Как она говорит, я не могу все дословно переводить.
Кто у нас англичанин, то молодцы. Так, кого-то в Windows завис. Да, вот такая, конечно, стилистика. Не знаю, глаза, надеюсь, не будет никого болеть после обзора. Чьи-то мозги. Так, ладно. Так, еще какой-то, смотрите, вот когда вот ты так двигаешь, картинка будто зависает. Это на секунду. Надеюсь, что со мной будет все в порядке после просмотра. Так, Completions. Это у нас завершено задание, да? Sync Inc. Найти, наверное, кого-то. Или что-то такое в этом роде, наверное. Фонарика у нас нету. Прыгать мы не умеем. Бежать умеем. Играем за няшную девушку, которая, ну, не в том месте оказалась, не в то время. Кстати говоря, ничего не лагает. Это очень классно. Все плавно работает. Даже не надо мышь настраивать. Мне как раз подходит такая чувствительность. 100% я не знаю, что это у нас. А, еще и зум есть. Ну точно какой-то разработчики вдохновлялись Outlast'ом, мне кажется. Так. Бегать умеешь, это хорошо. Значит, от монстров будем бегать. Приседать не умеешь? Что там? Блин, уже показалось. Вот это уже хреново, что мне уже какие-то... Ну, кажется, уже какие-то, блин, силуэты человека. Так, а мы здесь... Во, Play Key прочитать, Interactive. Интерактируем. Там почему-то написаны, ну, как бы, от джойстика клавиатуры. Ой, клавиатуры. Ну, кнопки, короче, Object, Guide, что-то, локация, найти, лифт, короче, подъем надо. Либо подъем, либо лифт надо, короче, найти. Но я вижу тут подъем, поэтому воспользуемся подъемом. Guess I better take the elevator to the doctor's office. Да-да-да. Жаль, что нет перевода. А, вот лифт, отлично, замечательно. Поехали. Ну зачем мне Xbox контроллер? Я играю на мыши, я не пойму ничего. Ну хорошо, move, окей. Пауз, меню. Ну окей, но это мне не надо. Я все-таки играю на клавиатуре. Был бы джойстик, я бы играл на джойстике. Hash interact чего? Wow, this hospital is definitely private. Прикольно сделано, ребят. The fact that it's empty and dark doesn't make it scary at all. I'll be fine. I'll just keep exploring and venture into the darkness. Я вообще поначалу подумал, что это будет какой-то фнаф. Вот честно, у меня такие были предвкушения. Но это не фанус, Фреддис какой-то, не подделка. Тут мы будем ходить, бродить. Музыка такая веселая, знаете. Как будто не хоррор. А мы действительно пришли на работу, просто никого нету в это время. Опять загрузка, пожалуйста. А зачем вот это была вставка тогда? Ну, стилистика прикольная, мне нравится. Я такое еще не видел. Вот не встречал пока что. Вот это такие помехи постоянные. О, вот это уже лучше. Play K, либо F, чтобы воспользоваться флеш. Типа фонариком, да? Там вообще есть? А, да, есть. Немножко есть. Так, Explore Floor 1, локация админ офис. Короче, админ офис нам надо. Собирать записки какие-то, наверное. Ой, хрен её знает, разберемся, короче, ребят. Так, что это, отражение? А, перегородка. Тут света нет, это плохо. Но этот фонарик, вот, ну, this place seems outdated. Although I've heard it's been closed to the public since the 50s, so maybe different parts of the hospital aren't as bad as this. Может быть, мы на самом деле пришли здесь паранормальные хрени снимать, а не на работу устраиваться, потому что я бы уже давно свалил отсюда. Я бы не лазил здесь. Так, Trip 2, LMBN. На А, что ли? А вот. Я помню свой первый семейный. Я помню, мы с семьей посещали что-то там, надеялись на что-то там. Понятно. Короче, кто в английском хорошо шарит, почитайте, ребят. Я где-то же, похоже, такой тоже игру видел, там с телефона входить. Мы, наверное, ее тоже записывали, я уже не помню. Португальский какой-то хоррор был. Что-то тоже с телефоном связано, так помню. Так, опять эта панелька. Давай. Unlock'нем ее. Press A. О! Это что еще такое? К
клик, а как это работает? Сейчас. Вот так вот? Правильно, да? Чтобы все фиолетовое было. Или чтобы все желтое было. Нет, это я. Чё еще тебе-то надо, а? Вот так, наверное, сюда. А вот это, наверное, сюда. Правильно? А, вот это теперь вот сюда. Да? Все? Ты довольна? Ох, окей, буду знать, как проходить вот, вот такую головоломку. Я не проходил, поэтому я даже удивлен, что я прошел. Так, манекены. Ну, манекены я не знаю. У меня не особо пугают манекены. Если они не преследуют меня. Так, какой-то планшет. Мы можем взять? Запись, точнее, запись. Здорово, друг. Как самочувствие? Вижу, что тебе не очень. Dad used to work in their warehouse loading boxes and working the lift. Kept food on the table at least. Then one of their main clients closed its doors. Before long, they had to slow production down just to stay afloat. Didn't work. A few years later, the warehouse closed and Dad lost his job after that. The place used to give me the chills. Like something was right over my shoulder. Like I wasn't alone. But hell, I was just a kid. It's probably just my imagination. Так, я на первом этаже, как мне сказали, перейти сюда. Explore. Floor 1, это, наверное, первый этаж, если имеется в виду это. Ребята, вам нехорошо, я вижу здесь. И мне тоже. Вот здесь находиться не очень как-то. Надо найти еще админа вот этого офиса, самого главного директора, я так понимаю. Ну, сейчас мы ее найдем. Это что у нас тут? А, это я понял, туалет. В любом хорроре должен быть туалет. Это обязательное. Но тут ее нету. И здесь нет. Один туалет? Серьезно? И душевая, что ли? Этот фонарик ни хренашечки не освещает на самом-то деле. Что это? А. Мы вернулись обратно. Так, братюльники, есть что-нибудь полезное? Подсказали бы, помогли. А то лежат без дела, блин, отдыхают себе. Так, ладно. Мармеладно. It's so dark. Good thing I have a light. God knows how many bugs are out here. Or hillbillies. Майдор. Поломали дверь, что ли. Этой ночью. Я слышала, наверное, стуки. Стуки, наверное. Кто это был? Что-то там еще. Хотелось бы верить, что это не на самом деле, наверное. Ну, это недословный перевод. Do you dare? Что-то там непонятно. Я типа схожу с ума, наверное. О, начинается. Галюны! Будешь меня преследовать? Привет. Да, привет. Привет. Я с тобой поздоровался. Эй, развернись ко мне. А, блядь! Ай, сука, ёбаный! Вот это шо? Да ну тебе нахуй! Нет, ну блин, не только не скримеры, нет. Ой. Меня что-то бросили, по-моему. Сука, блядь. Да на что так делать? Фух, окей. Давно я так не пугался. Так, все, все нормально. Окей, все хорошо. Идем дальше. Все нормально. Сейчас я успокоюсь немного и приду в себя. Все будет нормально. Так, что мы ищем? Когда я уже... Так, первый этаж я исследовал, отлично. А, админ офис надо теперь найти. Первое задание мы завершили, обосрались. Ну, это не входило в наш план, но я уже немного, да, так.
испугался. Окей, где админ офис надо найти? Так, здесь я был, окей. Здесь я поймал скример, давайте прямо пойдем туда. Так. Чего? Выжить? Не, я выживать не буду. Идите нахер. Так, лифт, туда не пойду. Не хочу, чтобы мне это разорвало там на части. Зажало. Я знаю лифты хоррор, поэтому я никогда их не любил. Никогда. Кто-то здесь есть, типа, наверное, вы это спрашиваете. Или что здесь происходит? А, блядь! Ой, нахуй! Ой, блядь, идите нахуй! Что ты? Иди в пизду, блядь, иди в пизду! Блядь! Ой, ебаный в рот! Ты откуда тень взялась какая-то? Ой, ебать, как меня перекосоёвывает! Ой, нахуй такие игры! Закрой! Закрой дверь, пожалуйста! Нахуй, закрой дверь! О, боже, как я пересрал! Что, я прошел главу? Чаптер 2? Воспоминания какие-то, так. Давай вторую главу еще поиграем чуть. А, еще за вторую. А, мы еще играем, ребят, я еще и забыл сказать, за разных этих персонажей. Теперь мы играем за Адама Миллера. А, ему 31 год. Дата рождения, наверное, как 99-й, локация неизвестна. Статус missing. Missing. Что за миссия у тебя какая-то тут? Фу, блин, я не люблю, я вообще не люблю тени какие-то в играх, вот таких, которые движутся. Это еще пошло с метро «Луч надежды», вот когда я там вот это увидел, блин, мне это вообще, блин, дико, ну, не бесит, блин, пугает, блин. О! Да тут вообще, я вижу, паранормальной хренью занимаются, снимать видео. Так, играем за Адама теперь. О, блин, вот это еще, вот это хороший хоррор, давно не было такого, вот, все, ставлю 10 из 10. This place looks the same even after all these years. Surprised no one's knocked it down or tried to reuse it again. Hell, this town needs it. Это понятно, это управление, что нам делать. Nice if someone made it into a park instead of just letting it be a waste of space. Фонариком воспользоваться. Or фонарик вообще светит? А, okay. I have my flashlight. Камеру можно приближать, хорошо. Let's hope I find some answers. Блин, классная игра. Мне нравится. Давно такого не было. Так, мы, я так понимаю, ищем всяких призраков. Сейчас будем, да? Так, вниз пока давайте не пойдем. Чё-то на записка какая-то. А, мне кажется, что не надо оборачивать, я зря сюда пошел. На Е давай. Никого нет. Спасибо. Так, 8 записок надо собрать, я так понимаю. Или что такое клюс? Клюс. Ну, это точнее записки. Без понятия. Как еще раз фонарик брать? На ку? А чё ты спускаешься без меня? Я ж никуда не нажимаю. Ты еще и фото делаешь? Серьезно? А как делать? Так, ладно, я ничего не понял, идем, идем лучше. Блять, кто-то идет, блять, я слышу, кто-то идет. Я вот помолчал пару минут и прислушался, кто-то ходит здесь. Это что это репит, блин? Блять. Ой, нахуй, блядь. Тихо, там кто-то был. Кто здесь? Блять, ну нахуй такие ездят. Блять, ёбку мать. Ты ебанутая. Вытащи камеру, блядь, фонарик возьми. Вниз, вниз иди. Я в тупике? Нет, иди вниз, вниз иди, быстро, блядь, вниз. Ну нахуй такие игры, все, идите в пизду. Вот эти хоров. Я понял, я записки собираю. И это пизда. Вот она, блядь, иди нахуй. Блядь, как тебе страшная баба такая.
Сука, это твоя бывшая? Лучше был бы ты геем, блин, да все. Это преследует тебя шалавы такие стрёмные. Хорошо, что она ходит медленно. Ух, как нас перекосоёбило. Вот, еще. Я понял, мы записку собираем, я уже это понял. Ты одна здесь? Давай быстрее иди. Где записки еще? Давай наверх. Да ну нахер, я сейчас выключу все это. Да ну тебя, игра. Где записки? Давай ее подождем, когда она сюда придет. Мы здесь были, по-моему, да? А нет, мы здесь не были. Бери! Ух ты, ты шманда, иди отсюда! Я пошел нахуй. Иди в пизду, блин. Ну, блин. А вот у вас нервно курит в сторонке, блин. Честное слово, блин. А, блин, я думал, страшнее ничего не будет уже. Это обычный скример, который ходит. Ничего страшного в этом нет, да? Скажите вы, поиграйте. Я просто не ожидал. Где она? А, сзади. Надо наушники. Я не буду больше в наушниках играть, да, наверное. Хорошо, что она передвигается очень медленно. Это меня радует. Сука, мурашки по коже пошли уже. Игра, прекращай. Два записка. Так, еще осталось. Еще много. Нахуй. Все. Пиздуй ты его. Все, нахуй. Все, я не буду больше играть. А, все, хватит меня. Все, короче, это была игра за финал тейк. Все, я не могу просто. Меня уже нервы сдают. Ох, боже, как я все, я не могу играть. Серьезно. Хотите, сами поиграйте, но... Все, я не буду записывать даже вторую серию. Хватит меня. Сколько мы 20 минут записали, и достаточно, все. Если вам понравилось видео, не забывайте оставлять свое мнение о данной игре. Если хотите, то... Не, проходить мы не будем. Встретимся, в общем, других инди-хорроров. А эта игра классная. По своей стилистике, по своим скримерам, по своим звукам, атмосфере. Вот это вообще класс, я не знаю. Я хорошо так давно так не пугался. Вот вернулись те времена, когда я вот так пугался. Все, это вообще. Я больше не буду в это играть. Все, спасибо на этом. Ребят, не забывайте оставлять свое мнение и встретимся уже в других инди-хоррорах. А возможно, больше не будет таких инди-хорроров, потому что с меня хватит. Все, ребят. Это была игрушка за финал тейк. Советую, поиграйте сами ночью в наушниках, как я. Все, всем до скорого. Всем arrivederci.